у вас в котловой находятся посторонние вещи. Вот. Хотелось бы, чтобы вы убрали все. Наведем порядок. По технике безопасности газовому оборудованию находиться в захламленном помещении нельзя, информирует жительницу села Немчиновка сотрудник Мособлгаза. Газовщики провели в ее доме плановую проверку. Конечно, волей-неволей с годами складывается туда то, что не нужно в доме, да, хочется спрятать это все. Поэтому, конечно, понимаешь прекрасно, что это нельзя делать, но вот так получается, накапливается просто с годами. Замечание понято, все это уберется. А вот Галина Павловна всегда следит за безопасностью в доме. И каждый год заключает договор технического обслуживания газового оборудования. Ну, сейчас мы с другой фирмы немножко. Там приезжают, осматривают, проверяют, открывают там все это. У нее уже есть опыт сотрудничества с недобросовестными организациями. А к Мособлгазу претензий пенсионерка не имеет. Свою работу сотрудники выполняют в полном объеме и своевременно. Совместно с территориальными управлениями, администрациями, сотрудники АО «Мособлгаз», в данном случае это конкретно филиал «Запад», проводят инвентаризацию газоиспользующего оборудования, находящегося в собственности домовладений, на факт нарушений и наличие договоров технического обслуживания. Самостоятельный перемонтаж, несогласованный перенос оборудования и увеличение мощностей. Пренебрежение правилами эксплуатации увеличивает риск аварийных ситуаций. Делается обход специалистами организаций, которые в первую очередь проверяют оборудование на наличие утечек газа, проверяют работу вентиляции в помещении и осматривают оборудование на предмет неисправности. Соответственно, если все хорошо, то подписывается акт. Если есть какие-то недостатки, либо выявляется утечка, то производится аварийный ремонт, либо выдается предписание на замену оборудования. Важно вовремя заключить договор технического обслуживания, говорят специалисты. Тщательная проверка оборудования поможет в дальнейшем избежать несчастных случаев. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».